Всем привет! 5 октября. Выбрался на рыбалку на лодке. 5 октября, говорю, 5 ноября уже. Вот в таком вот водохранилище основа, где обычно я щуку ловлю. Сейчас хочу наловить живца, окуней, поставить кружки. Погода классная сегодня. Как раз для такой рыбалки. Здесь вот недалеко от травы. Сейчас заикарюсь. Ловить буду на зимней снасти, на удочке. Зимние живца сначала, как сказал. Вот такая вот мормышка у меня, вот смотрите. Зимняя. Вот такая вот. Можно другими способами ловить, но как-то этот какой-то способ такой, который пошустрее, как бы позволяет окуня поймать. Прям недалеко от берега я встал, на около 2-метровой глубине такой. Так, а вот до дна дошла мормышка. Вот делаю проводку. Посмотрим. Если здесь клевать не будет, сейчас буду место менять, искать, где окунь стоит. Так, что-то здесь не клюет. Сейчас поплыву в другое место. Погода классная сегодня. Ночью где-то минус 3 было, сейчас плюс 4. Вот сегодня 5 ноября, в том году лед где-то числа 13 ноября я уже со льда рыбачил. В этом году посмотрим, что-то пока еще всю неделю там плюс 6-7 градусов показывает, так что лед еще, наверное, тормознет пока. Так вот, попался наконец-то первый окунь. Долго не попадался, мучил меня. Потом, как обычно, внезапно раз и есть. Вот такой вот красавчик. Первый есть. Так, ладно, пускай в воде лежит сейчас. Так, ладно, думаю, хотя бы один кружок надо поставить, чтобы он потихоньку плыл. Облавливал территорию. Сейчас эту удочку соберу быстренько пока. Так. Сейчас буквально несколько метров отплыву, чтобы траву переплыть. И кружок подставлю, чтобы его по ветру сносило. Потом опять вернусь к окуням. Ветер как раз такой, какой мне нужно. Юго-западный. Нет, юго-восточный. Юго-восточный, да, правильнее будет. Сейчас я поставлю кружки так, чтобы их потихоньку ветром сносило. И будут они облавливать территорию.
так за спинку зацепил. Окунь, конечно, крупноватый для живца, но все равно пусть пока плавает, потом еще поменяюсь, помельче поймаю. Так, вот там кружок стоит, видите? Все, поплыл потихоньку. Окунь его дергает, надеюсь, не перевернет. Если что, можно хвостик еще отрезать. Ну, пускай так постоит пока. Разведает в этом месте щуку. А я снова вернусь поближе к берегу и там попробую снова живца половить. Так, второго окуня тоже поставлю на жерлицу. Пусть плавает. А то больше шансов, думаю, когда кружок стоит в пруду, а не на лодке находится, да? Так. Так, выставляю глубину примерно такую, которую зимой ставлю. Все, вот пусть плавает здесь кружок. Окунь дергает его, он так шевелится, нормально играет. Сейчас думаю, может на тот берег поплыть, там посидеть попробовать. Попался окунь, но этот крупный совсем. Слишком, наверное, для жерлицы будет крупный. Так вот. На зеленую мормышку. Это уже покрупнее попал. Смотрите, какой здоровяк прям. На зеленую мормышку вот на такую. Так, ну что, этого окуня надо отпустить. Здоровенного. Сейчас. По сравнению с другими уж хороший окунь такой, крупненький. У меня цели нет его с собой забрать. Ну, так-то они вкусные, просто он один. Сейчас я еще буду плавать, посмотрим. Попадется, может, еще. Для кружков слишком крупный. Ладно, иди тогда гуляй. Позовешь там щуку. Может, щука клюнет. Сейчас место хочу поменять, там поближе к этим подплысь. Там такие заросли есть из ивняка. Куда-то к ивняку поближе. Поставил сейчас 4 кружка. Пока плавают. Сработок нету. Возле кустов попробую порыбачить. Возле ивняка.
Так, вот у меня с собой еще спиннинг есть. Видите, маленький виброхвостик здесь вот, силикон. И грузило там небольшое, где-то около 5 грамм, наверное. Попробуем, может, здесь проводки поделать. Может, получится. Так, ну что, делаю проводку. На этот силикончик такую медленную-медленную проводку делаю. Виброхвостик этот. Под вечер погода вообще так стихла. Тихо-тихо стало. Я вот такой вот воблер поставил и заплыл в самые такие заросли изывника. Пробую здесь проводки делать. Перед самым закатом получается. Буквально через 15 минут закат будет сейчас. Зимой бывало в это время щука активировалась. Сейчас вот посмотрим, получится, нет что-нибудь. Медленную-медленную проводку делаю среди ивняка. Здесь еще вот в этом месте река впадает. Посмотрим, может быть, зубастая здесь стоит. На кружки пока нет поклевок. Кружки пока плавают туда-сюда. Но сработок нет. Свистит вот эта вот ручка у катушки. Просит ВД-шку, наверное. Очень странно, почему нет поклевок обычно в это время года. Она же активная должна быть, щука-то. Но ее как будто вообще нет. Кружки столько проплавали с живцами. Я здесь столько проводок сделал. Я и мэпс ставил, и резинку ставил, резиновую приманку. Сейчас с помощью воблера пытаюсь уговорить. И время такое самое перспективное перед закатом. И место такое очень тоже такое эффективное. Ну вот, судя по предыдущим рыбалкам, когда я щуку здесь ловил. Не знаю, что-то сегодня пока не хочется совсем щуку клевать. Закат очень красивый сегодня, смотрите какой. Такая прям тихая-тихая погода. Даже то, что рыба не клюет, не расстраивает из-за того, что погода такая классная и так приятно. И не холодно, вот вы видите, руки не мерзнут, где-то около плюс 4 градусов примерно температура. И ветра нету, поэтому нормально так комфортно сидеть в лодке. Все так же продолжаю делать проводки в зарослях ивняка. Глубина где-то подо мной, где-то около 1,5-2 метра, ну, примерно. Воблер у меня с небольшим заглублением, где-то до 90 сантиметров. И вот он как раз среди этих зарослей. Неплохо как бы плавает там, играет очень хорошо. Но щука сегодня, по ходу дела, не этот. Неактивная, поэтому поклевок нет.
Ладно, хоть удалось окуней поймать несколько штук, и один даже такой неплохой попался, как видели. Так что рыбалка так более-менее получилась. Так, ну кружки там у меня еще стоят на сборку. Сейчас вот еще хочу пока светло побросать, потом уже в сумерках поеду собирать кружки. Кто знает, может еще будет сработка, посмотрим. Как видите, до самого-самого заката подделал проводки с воблером в зарослях на глубине около 1,5–2 метра. Поклевку так и не увидел. Какие-то два точка были непонятные, но там зацеп, может быть, был. Чуть нет уверенности, что это рыба была. Сейчас, в общем, плыву собирать кружки. Посмотрим, может, там какая-то сработка была, пока не, ну, как бы, пока не видно было издалека. Так, вот первый кружок. Другие вот, смотрю, пока не сработали. Другие два. А четвертый вон там далеко, вот его не видно пока. Он так далеко уплыл, не знаю, может, поклевка была там, пока не ясно, в общем. Сейчас я тебе быстренько соберу три, потом туда поплыву. Так, здесь перехлестнулся окунь. Но если бы его щука увидела, все равно бы поклевка была бы, но не было. Так, ладно, иди гуляй, тебе повезло. Ох, там начали охотники стрелять. Начали утку стрелять охотники. Надеюсь, меня не попадут. Это трудно поверить, но последний кружок, за которым я приплыл собирать, он перевернутый. Возможно, сработка была. Он очень долго стоял возле берега. Сейчас вот он намного дальше от берега отплыл. И перевернутый стоит. Вот не знаю, пока не двигается. Рыбы там еще нет, интересно. Пока без движения стоит. Может быть, щука устала, пока плавала, видите? Сейчас будет видно, понятно, это окунь сделал или это щука сделала. Так, нет, это окунь сделал, окунь перевернул. Потому что, видите, леска даже не сдернута. А я так обрадовался, уже думал, все, уже сработка, но нет. Это окунь-проказник. Перевернул, зараза такой. Вот вроде небольшой окунь, но все равно ему сил хватило, чтобы перевернуть. Ну ладно, если бы щука была, она бы даже на перевернутую бы сработала бы, в принципе. Вот так вот. Ладно, полосатая, повезло вам сегодня. И зубастой тоже повезло. Не попалась. Ну что, друзья, вот такая вот рыбалка получилась. Вторая вылазка пока по щуке результатов не дала. Ну, окунь-то ловится, как видите. На мормышку можно наловить. Без проблем. А вот по щуке пока она такая вот капризная. Пока не хочет в руки мне попадаться. Вот такие вот дела 5 ноября получились. Если получится, завтра еще хотел выбраться. Посмотрим там, как с делами будет. Вот так вот. Ну ладно. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. Я поплыл домой. На берег, вернее. Сейчас лодку буду собирать, все мыть. И домой мне еще ехать минут 20, наверное. Ну, где-то полчаса. Ладно, увидимся на следующей рыбалке, в следующем видео. Погодка классная, конечно, сегодня. Для рыбалки в самый раз. Еще бы хоть одна щука клюнула бы, вообще бы супер было бы. Ну ладно, ничего страшного. Еще впереди много рыбалок. Сейчас лед встанет. Жерлицы приеду, поставлю. Классно будет. Буквально пару недель еще потерпеть и
Думаю, со льда будем рыбачить. А так-то я не показал, лед-то стоит возле берега. Вот, смотрите. Вот он, 5 ноября. Повторюсь, вот, лед есть у берега у самого. Вот он, видите? Потому что ночью заморозки до минус 3-4 градусов. И вот он уже возле берега уже потихоньку хочет встать. Но все равно слишком тепло еще, чтобы он нормальный был. Видите, не замерзает пока.